Huawei U29. Это у нас Mate 8. Отстегиваем шлейф, датчик отпечатка. Дисплейный модуль. Загрузки. Мощный процессор, читаем характеристики, 16-мегапиксельная камера, аккумулятора 4000, так, ну и там много чего интересного по характеристикам. Подтупливает модуль 6.9, это косяк, без сомнений.
Короче, будем менять дисплейный модуль на другой. Что-то не нравится мне. Этот. Оставайтесь с нами. Итак, друзья, второй дисплей мне принесли. Как видите, все работает, ничего не тупит. 6.9. Без проблем. Тут даже код мне оставили. 0.58. Ну вот видно, что совсем другое качество. Будем менять. Здесь у нас все идет снизу, драйвера, шлейф, вверх по ходу разбирать здесь и не нужно, отстегиваем батарею. Антенный модуль снимаем. Нижний динамик, модуль зарядки. Так, тут вижу клипсу, отстегиваем. Так, вот разъем. Драйвера заклеены каптоновым скотчем. Ну, по-моему, замена будет довольно простая. Сейчас ставим на сепаратор, разогреваем. Все по плану. Разогреваем модуль. Снимаем, вот, и сажать будем, скорее всего, на клей. Итак, ставлю на сепаратор 100 градусов, все как обычно. Итак, 100 градусов есть, снимаем.
понравился. Давайте сразу заклеим. Заклеено. Кстати, совсем другой модуль. Нет уже разъема тачскрина, как видите. Все сделано, все выведено на один шлейф. Не так, как на оригинале. Тач идет отдельным шлейфом, здесь все вместе. Заклеиваем разъем подсветки. Интересное стекло здесь. Так, давайте очистим то, что осталось на рамке телефона. Осталась здесь краска. На что посажен дисплейный модуль. Похоже на силикон. Достаточно сильно, как-то неудобно очищается. Защита динамика.
Так, очищаю периметр. Пока поставлю на паузу. Нет смысла все это снимать. Вроде все очищено. Проверим, как ляжет дисплейный модуль. Чтобы ничего не мешало посадке. Визуально кажется, что все очищено, когда начинаешь лепить модуль, что-то обязательно или торчит, или зазор какой-то появляется, поэтому лучше сначала проверить, перед тем, как мазать клей. Потом будет проблематично снимать, одевать, очищать, опять намазывать клей. Вроде нормально все. Совсем забыл про эту херню. Здесь очень поверхность, зазор очень мелкий. Вообще я сейчас, честно говоря, задумался, стоит ли сюда намазывать клей, дабы он не вылез. Если только очень тонко, попробовать это сделать. Ничего не вылезло. Сразу поставим зажимы, чтобы зафиксировать.
Тут еще дисплей такой интересный с закругленными краями. Как-то сложно определить зазор. Ну вот, вроде бы. Как-то так. Все, оставляю сохнуть. Где-то на час. Оставайтесь с нами. Итак, прошло чуть больше часа. Давайте соберем. Дисплейный модуль схватился. Так, сначала у нас шел динамик. Далее шлейф нижнего модуля с ним же. Заглушка разъемов нижнего модуля батареи. Как сел. Забыл закрутить один винтик.
Всем спасибо за внимание, друзья. Это был смартфон Huawei, кодовое название L29 или Huawei Mate 8. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!